Всем привет, дорогие друзья! Вы на канале Эмвера, и сегодня мы будем играть с вами в Murder Mystery, но с ледяным крылом. Да, в общем, Murder Mystery с ледяным крылом, говорят, это очень круто. Ну, в общем, погнали. Так, как вы видите, вот у меня вот так вот все это с ледяным крылом, да. Все так профессионально. Так. Ну, тут пока, короче, ребят, я это... невиновный, и ничего интересного не происходит. А, хотя там какие-то терки уже у шерифа начались с Мардером. Ну, видимо, ладно, я тут ни при чем вообще. Так, единственное, главное, чтобы меня не задевали. Ага, так, ну, если он шерифа там прихлопнет, тогда я смогу взять пистолет. Это будет здорово. Так, ну, давайте я здесь соберу монетки. Все-таки ивент уже кончается, а у меня до сих пор еще даже нет эффекта. Флораль. Нож у меня есть, флораль, а вот эффекта нет. Я бы хотела хотя бы на эффект накопить. А... Так. Если шериф убегает, значит, там и Март. Да, Март серьезно настроен. Так, ну-ка. А, все, да, он убил шерифа, получается. Сейчас... Так, он не кемпер? А, все, он за мной побежал сейчас. Так, я вот здесь перепрыгну и заберу пистолет. Все, yes. Так. Ай. Так, он что-то... Так, что с ним? Все, он высока, ладно, окей. Круть. Это победа, и это было быстро. Это слишком быстро было даже. Так, ребят, следующей каткой меня снова сделали невиновным, как видите. И, ну, даже вот, как бы, как обычно, да, невиновный. Ничего интересного, но потом, наверное, начнется какая-нибудь... А, вон там вот эта девочка в зеленой кофточке, мафия. Так, она на меня бежит, похоже. Так, я сюда иду. Так, там звуки такие, конечно, уже понятно. Так, может, пистолет где-то есть. Сейчас попробую его найти. Ну, если кто-то забрал, уже, конечно, не получится. Но все-таки, может, где-то есть пистолет. Так. А, вот я просто этих радужных человечков так много, что я их просто не различаю, реально. Иногда прям путаюсь. Даже иногда попадаюсь там мафии, еще что-то. Ну, в общем, такой момент есть. Поэтому поаккуратнее буду. Собираю вот мячики, монетки и... Так. И телепорт. Ну, что? Где тут Март? Я что-то Марда не вижу. А, вон там пистолет. Все, бежим скорее, ребят. Бежим за пистолетом. Бежим скорее за пистолетом. Ура, наконец-то у меня пистолет. И теперь все, я устрою. Ну, кузькину мать. Так, ждем-с. Ну и где? Где? А, вот. А, нет. Ой, все. Ай, а чего у меня пистолет не туда стреляет? Я в одно место стреляю, оно в другое. Нормально вообще. Все хорошо. Ой, ну да, это было непросто, хочу вам сказать, но прикольненько. Так, ну давайте дальше, вот я невиновный, снова опять, я вот даже, снова опять, вот, собственно говоря, уже заговариваюсь, потому что, ну, я опять невиновный, вот, но, тем не менее, как мы видим, катки получаются прикольные. Так, ну здесь монетки собрали, теперь здесь собираем, угу. Так, здесь мячики, так, это Март, может быть, аккуратненько. Так, вот этот пришелец, это у нас Март. Нет, ну вроде он не Март, ладно. А, ну да, мне повезло, похоже, он не Март, круто. Смотрите, он выстрелил. Так, я попробую сейчас пест забрать. Слушайте, может быть, у меня и получится. Слушайте, может и получится забрать пест. Сейчас я попробую пробраться туда. Ага, ну бегу, короче, за пестом. Yes, да, у меня получилось. Теперь ждем, в общем-то... А, вот, Март. А, да, все, это Март. Ой. Сейчас, надо постараться. Просто, ну, не хочется проигрывать. Так, ща. Сюда пойдем. Так, ждем, где? Где Март? Ну, еще есть вот как бы время у нас. Survival HP пока до 900 дойдут. Еще, может, она выйдет, а? Так, вот она может из любого места. Так, вот, я ее вижу, все. Раз, все. Oh, yes. У нас получилось. Это победа, и это очень круто. Так, ну, ждем-с. Значит, теперь тут моя подписчица, ребят, стала мафией. И она написала, что не будет меня убивать, а хочет со мной ПВП. Вот, ну, стоп, она что, она кемпер, что ли?
Ну как я пистолет, по-твоему, заберу? Ладно, оп, все, я подлезла. Забрала пест. Все, ну, конечно, я не люблю это тимерство, но все-таки ладно. Раз подписчица захотела, попробуем ПВП. Так, сейчас собираем тут все. Собираем мячики. Так. Ну, в общем, когда она напишет ПВП, тогда ПВП. Пока просто собираем монетки. Копим, фармим. Ай, все-таки надо этот поаккуратнее, а то она может случайно нас... Так. Ага, она идет. Ну, я ее не очень боюсь, потому что все-таки мы договорились. Так, она написала, будет ПВП. Ок, погнали, я ей пишу. Ну и погнали, а чё? Погнали. Так, вот тут еще один челик живой. Ну, ничего страшного, даже два челика, по-моему. А, вот это она, да-да, сейчас. Баба. Все, готово. Топчик. И это победа. Да, это было, ну... Просто она бежала, понимаете, вот в этом проходе много, часто раз я ловлю людей, когда они там в этом проходе не ожидают, и я как бы свой коронный номер, да? Да, вот так вот получается иногда красиво, но не всегда, конечно, иногда там мафия включит спринт какой-нибудь, и будет уже посложнее. Так, ребят, ну я пока это, невиновный снова, ну ничего страшного. Сейчас присядем тут где-нибудь. А, вот это все. Пистолетик забираем. Готовимся. И сейчас... Опа. Так. А че он к нам не побежал? Боится, что ли? А, вот, бежит. Я вижу. Оба. Круть. Смотрите, как это было вообще. Это вообще, слушайте. Это было реально круто. Так, мне дали Марда. Ну, в общем, все, сейчас Рубилова тут всем устрою. Но это была прошлая катка, мне так понравилось, это было круто. Так, начну отсюда, чтобы потом здесь не литься. Так, вот эта девочка. Так, дальше идем. Так. Здесь у нас. Раз. Угу. Так, выходим отсюда и продолжаем. Так, она от нас убегает, но мне все равно, я ее догоню. Так, там бекончик, ну ничего. Сначала все-таки ее, я не таргетер, конечно, но все-таки уже раз за ней погналась. Так. Вот этого маленького. Так, вот эту девочку. Оба, готовенько. Так, вот этот бекончик у нас с пистолетиком. Сейчас мы его... Так. Я не понял. Куда это он у нас собрался? Так, сейчас мы в него кинем. Вот так, все. Ничего. Вот так вот. Нельзя вставать в АФК. Вот так вот и стрелять пытаться. Это. Так, вот эта девочка. Кстати, тоже моя подписчица. Так, дальше продолжаем. Вот это у нас мячики, коины. Так, ребятки, ну слушайте, мне чуть-чуть осталось, я как понимаю. А, ну хотя, давайте еще туда зайдем, там бывают люди. А, вон там наверху, смотрите, сколько сидит. А, я не могу так. Ну ладно, тогда заберемся сюда. И так, одна девочка вышла, видимо, с сервера, а вот эту вот нам надо с вами. Так, попробую кинуть. И, алла, yes. Так, и вот этого мальчика. Все. Ну что же, вот такая получилась прикольная у нас игра сейчас. Прям вообще круть, мне очень понравилось. Теперь я шер, и... Ну, погнали. Да, шер. Все-таки меня сделали шером сегодня. Я люблю играть за шер. Так, там. Вот там вот девочки эти, мальчули, девчули. Не надо сюда идти. Я за шер... О-о-о-о! Сейчас все будет. Так, стреляем. А, стоп, она ушла куда-то. Ну, ничего страшного. Она, кстати, спасибо ей, что она так сделала. Она, видимо, не про, потому что так, ну, не надо. Ей надо было на меня побежать. И тогда шанс ее победить был бы больше, я думаю. Ну, может быть. А может быть, я бы выстрелила в нее. Не знаю. Короче, тут много вариантов на самом деле. По-разному случится. Может, сейчас я ее найду.
Так. А, оттуда бекончик выбежал. Может, нам не надо туда идти тогда? А, вот, все, готово. Ну что же, дорогие друзья, я всем желаю отличного настроения. До встречи в будущих видео. Всем поки-поки.